Встречаются два друга. Один и говорит: «Привет, что-то я тебя давно на футболе не видел». «Да жена не пускает, ругается сильно». «Так ты что, не мужик, что ли? Согни ее пополам, стащи штаны, врежь ей по заднице как следует». Ну, на то мы разошлись. Встречаются через неделю. Первый спрашивает: «Что-то тебя опять на футболе не было? Что, не смог сделать, как я тебе посоветовал?» «Да нет, сделать-то я сделал. Согнул ее пополам, стащил штаны. А потом смотрю на это дело и думаю, а нафиг мне ваш футбол нужен?» Билл Гейтс говорит, что в свое время они начинали в гаражах с одним паяльником. Ну прямо как Коломойский с Ахметовым, только у этих был еще и утюг. Пишу в соцсети. Ищу жену. Добрую, красивую, умную, хозяйственную. Пока писал, оглядываюсь, а она сзади со скалкой стоит. Сама меня нашла. Есть муж? Крути мужем. Нет мужа? Крути мужиками. Нет мужиков? Крути хула-хуп. Умирает монахиня Маргарита и по ошибке попадает в ад. Звонит святому Петру. «Святой Петр, прошу вас, помогите, вышла чудовищная ошибка». Петр обещает ей помочь, но забывает. На следующий день опять звонок. «Святой Петр, это опять Маргарита, умоляю вас, вытащите меня отсюда, завтра здесь будет оргия, участвуют все». «Да, да, конечно», говорит Петр, но за делами снова забывает. Через день раздается звонок. Святой Петр со страхом поднимает трубку. «Алло?» На том конце трубки. «Петруха, это Марго. Я там тебя кое о чем просила. Короче, все, забудь».